Образование в наше непростое время играет важную роль в жизни каждого человека. От того, насколько ты хороший специалист в своем деле, зависит, сможешь ли ты составить конкуренцию на рынке труда. И самое главное сегодня – идти в ногу со временем, постоянно самообразовываясь и совершенствуясь. Позаботиться о повышении квалификации женщин или мужчин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, состоящих в трудовых отношениях и находящихся в отпуске по уходу за ребенком, решила служба занятости населения. Какая профессия у вас уже есть, значения не имеет. Если он хочет быть в ногу со временем, стать более конкурентоспособным к моменту своего возвращения на работу, он может либо получить дополнительную профессию, либо повысить квалификацию по уже имеющейся. Очень большое значение имеет то, что обучение может быть даже дистанционным с использованием компьютерных технологий. Это очень удобно женщинам, да, и мужчинам, у которых маленькие дети, которые не могут отлучиться из дома. Причем для прохождения обучения может быть выбран любой регион и город. Салехард, Тюмень, Москва, Центр занятости населения поможет, чем сможет. Мы возмещаем затраты либо работодателю, если он заинтересован в том, чтобы его сотрудник при выходе на работу повысил квалификацию, тогда мы заключаем договор и возмещаем затраты на обучение этого сотрудника. Либо также, и если женщина либо мужчина самостоятельно могут повысить свою квалификацию, и мы тогда возмещаем затраты на обучение непосредственно им. Но в любом случае размер затрат не будет превышать 17 200 рублей. Для получения направления Центра занятости населения на прохождение профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования граждане могут обратиться в районный Центр занятости населения по адресу село Ярселе, улица Худицерека, 39Б. Предварительно можно позвонить по телефонам 304-17-307-30. Вам подробно расскажут, какие документы необходимо предоставить в эту службу. Обращайтесь.